Чем? Ничего он противозаконного не делал. Полиция! Дайте доказательства! Позор! 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 Что вы делаете, ребят? Не служите фашистам! Не служите! О, что-то по произбарашлу, что-то, здрасте. А что случилось? А что-то говорят, ребята? Не знаю, вот, да, какие-то люди. Кто вы такие вообще, ребята? Да поинтересоваться хотели, речь у вас красивая была. Ну, красивая, а кто вы такие? Вы граждане что? Российской Федерации. Кстати, да, вы как относитесь к QR-коданку и вакцинации? Вот мы тут спрашиваем людей. Можете ответить? Ну, без разницы, каждое свое дело. Ну, вы против принудительной вакцинации? Да ну, каждый человек, у каждого свои правильно что-то есть. Не, ну вот именно, в том-то и дело, что, ну, правильно, если каждый человек пусть сам решает, то вы, получается, против принудительной, правильно? Ну, что, раз принудительно заставляют? Ну, конечно, людей с работы увольняют. Кто там старше 60 лет, людей написано принудительная вакцинация для вот пенсионеров. Вы не слышали разве об этом? Говорят, отойди, пожалуйста. Нога болит, сейчас я поправлю кроссовок и отойду. Чего, нога хорошая, так, не устраивает. Не могу, заболела нога, не могу, не могу двинуться здесь, не могу вообще. Смотрите, вы как относитесь к QR-кодам к вакцинации, можете рассказать? Выйдет из машины. Пискунова, знаете? Выйдите из машины. Где там основание? Я вам сказал. За что я задержан? За совершение административного правонарушения. Вы смотрите, статья 20.2, часть 2. Выйдите из автомобиля. Какого? Что? Я вам предъявляю законные требования сотрудника полиции. Какое? Выйдите из автомобиля. Что я нарушил? Еще раз мне повторите. Я вам сказал, вы совершили административное правонарушение. Какое административное? Вы организовали и провели из машины. Вы что? Что? Я вам, предъявляю законные требования. Вы не исполняете мои законные требования. На каком основании должен выйти? Ни хрена себе, это вы что на меня нападаете, капитан? Че вы на меня нападаешь, блин? Капитан! Вы мне руку снимаете. Люди, подходите, друзья, сюда, кто смотрит это. Выйдите из автомобиля, вы удерживаете мою руку. А вы зачем суете руку? Куда? Вы опускаете стекло, выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Я не буду выходить, потому что вы совершаете нарушение закона. Выйдите. Я представился, вы не спалили. Выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля, я вам еще раз говорю. Выйдите из автомобиля. Человек, вызывайте ГАИ тогда, я не знаю, что вы тогда... Выйдите из автомобиля. Выходите из автомобиля. Вы отказываетесь исполнять законные требования сотрудников полиции? Гаяки на человека. Полиция напали на Новороссийского храма, город Воронеж. Вы будете выходить из автомобиля? Законно. На человека. А вот Адмиралтейская площадь. Вы будете выходить из автомобиля? Еще раз говорю. Ну я не знаю адрес, Адмиралтейский храм, ребят. Город вызывай полицию, да, скажи, что тут какие-то человек сотрудники. Человек в масках, предъявляет мне какое-то там административное нарушение. Старшего выйдите пусть вызывают. Выйдите из автомобиля, еще раз. Выйдите из автомобиля, гражданин. Гражданин, выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Вы не будете выходить из автомобиля? Основание. Вы не будете выходить. Вызывай. Вы не будете выходить из автомобиля. Сейчас приедет полиция. И дальше будет видно. Так, не толкайтесь. Так, друзья, приезжайте сюда быстрее, пока еще здесь нас всех не пересажали. Я вам представился. Выйдите из автомобиля. Выйдите из автомобиля. Тут и открыто. Да, я сяду к тебе, по-моему. Не выходите. Ладно, пусть так. Выйдите из автомобиля. Какое будет рождение? Вы вызовете или нет? Ну, у меня тут 10 человек прессуют, ребят. Говорят, что?
Вы отказываетесь исполнять закон пробки? Человек вызвал, сейчас приедет старший, пусть приедут. Вы будете привлечены к административной ответственности по 19-му за неисполнение моих законных требований. Выйдите из автомобиля. Вы знаете, что вы я представился, глубоко, я нахожусь при исполнении своих служебных обязанностей, должностного регламента. Выйдите из автомобиля. Я не буду уходить. Вы отказываетесь исполнять мои законные требования. Я не хочу с вами иметь дело, ё-моё. Представьтесь, капитан, кто вы такой? Покажите удостоверение. Я к вам обращаюсь, конкретно к вам. Представьтесь, я не успел, вы быстро корочкой. Какой корочкой? У меня нет корочек никаких. У меня есть удостоверение служебное. Вы не толкаете вообще. А что вы мне 20 человек? Я что, террорист? Подошли? Выйдите, сам, вы увидите мое слово. Уханцев Дмитрий Анатольевич, заместитель. Ну подождите, ну а до какого года удостоверение действительно? Я вам сказал, выйдите из автомобиля. 8 апреля 2020 год. Выходите, выходите. Да не буду я выходить. На каком основании? Я вам привил законные требования. Выйти из автомобиля. Да вы беспределом занимаетесь. Я еще раз говорю. Я говорю, я не организатор. Все. Я еще раз говорю, вы задержаны. Совершение. Какое право? Куда вы мне в лицо? Да, я вам не трогаю абсолютно. Если вы сейчас будете мешать здесь. Я вам что делаю? Вот он, капитан, который тут мне мешает. Вот я стою здесь, занимаюсь профессиональной деятельностью. Это какой-то вообще меня толкает еще. Вызывайте полицию. Полицейские, почему здесь толкают вот эти какие-то люди? Толкают. Подходите, я журналист, представитель СМИ. Почему мне запрещают мою профессиональную деятельность делать? Нападать на журналиста. Не мешать действиям сотрудников полиции. Иначе я вас не трогаю. Представьтесь, капитан, как вас зовут, кто вы такой? Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка, Небрянчин Владимир Юрьевич. Покажите удостоверение. И вы ко мне обратились. Да, вы ко мне тоже обратились, соответственно, я прошу вас показать. Я вам представился. Да, мы с вами разговариваем, да, я знаю закон о полиции. Мы с вами разговариваем, вы меня толкаете, я хочу знать, кто вы такой. Я вам покажу свое служебное удостоверение. Мы с вами сейчас разговариваем, общаемся, правильно? Правильно, общаемся. Ну, покажите мне удостоверение ваше. Вы обратились ко мне, я вам представился. Да, мы дальше завязался диалог. Удостоверение показывать вам. Я буду только в том случае, если к вам буду обращаться в соответствии с законом о полиции. Мы номер 3. Когда завязывается общение, вы обязаны показать удостоверение. Я вам представиться обязан, я вам это сделал. Если вы будете мешать действиям сотрудников полиции, вы будете привлечены по статье 19.3 КОП РФ. Если вы будете привлечены по должностные полномочия. Я еще раз вам говорю, я еще раз вас предупреждаю. Да. Журналист имеет право добывать информацию. Да, друзья, распространяйте информацию. Движение 29-я статья Конституции. Не забывайте. Народ убивает. Третья статья. Митинги, пикеты разрешены 31-й статья. Ребят, а вы здесь что делаете? Кто вы такие, хотя бы расскажите? Вы кто? Полиция! Почему здесь? Обратитесь к этому человеку. Чего он ко мне толкает меня? Да вы к нему подходите, он толкает. Я его не трогаю вообще. Вы скажите, кто вы такие? Почему вы здесь стоите перед машиной? Это бандит. А скажите, как вы к QR-кодам относитесь, к вакцинации? Можете мне сказать, как вы к этому относитесь? Вам устраивает принудительная вакцинация, нет? Мешает мне опять кто-то. Да. Одни бандиты. И полиция, собственно говоря, никаких противоправных действий против этого не видит. Да, станции. Дискотека, авария. Охренеть. Ты знаешь, дай брейк вот там. Ты. Уже раза 4 толкнули журналиста.
Это МЛО, наверное, это оттуда смерть. МЛО, оно может вообще исчезать. И сбоку что-то сделать. Возможно, это они. Ну когда же полиция приедет? По заявлению шофера. Наряд идет. Ну, обычно он подъехал даже. Мэр, а почему вы не задержали его там, на месте совершения преступления, товарищ майор? Если он, вы же видели, вы же там стояли. Я вам уже сделал одно замечание. Не мешайте мне исполнять свои служебные обязанности. Я просто спрашиваю, не ходите, не отвечайте. Здрасте. Скажите, а как вот вы относитесь к вакцинации принудительной? Можете рассказать? Все, вопрос пресс-службы. А не стыдно вам вот работать на такой службе, где приходится людей, которые ничто не сделали, задерживать? Вы для чего задаете этот вопрос? Ну, просто ваше мнение интересно, как вот полиция относится к народу и почему... Я вам объяснил, куда все вопросы. Да, интересно. Сейчас, Юрий, подержите, пожалуйста. Так, Константин, подержи его. Сейчас, одну секунду. Так, ты на полиции. Сейчас. Даже полковники приехали. То есть, полковник, что здесь происходит? Можете рассказать? Тут какое-то правонарушение или что здесь происходит? Я Орлов Федор, журналист «Фотовижн». Можете прокомментировать, что здесь происходит? Без комментариев.
А как вообще QR-кодам вот вакцинации как относитесь, как лично, как человек? Выходите из автомобиля. Нарушили ПДД. Вы принудительную вакцинацию как-нибудь поддерживаете, нет? Выйдите из автомобиля. Товарищ полковник, можете представиться, по крайней мере? Фамилия Черников, зовут Денис Владимирович. Черников, как еще раз? Денис Владимирович. Денис Владимирович. А удостоверение можете показать? Камеру берите. На каком основании требуете? Чтобы вы не снимали. А удостоверение. Имею право снимать. Где написано, что нельзя снимать? Не покажете удостоверение? Вы можете выложить его. Ну запросто. Я показать могу. Ну покажите. Увидите камеру. Ну нет таких требований. Так, Черников, Денис, до какого действует? До 20... До... Да я не вижу, до какого действует, я не вижу. Ну, посмотрите. До действует. До 25-го, да, Черников, Денис Владимирович? Все, понятно, спасибо. Что, ждем ГАИ, да, ГАИ приедет сейчас. Можете прокомментировать, что сейчас... Я вам! Да третий я раз говорю, на четвертый раз вы будете задерживать. Я вас абсолютно не трогаю, правильно? За вмешательство в мою деятельность. Да я просто, отойдите я, от меня. Как журналист, еще спрашиваю, одно, что происходит. Еще одно. Я вас задерживаю. На всякий случай тоже я вот предупреждаю превышение должностных полномочий. Вот я могу вам рассказать, что здесь происходит. Держите расстояние. Чего вы подходили? Полтора метра, пожалуйста. Полтора метра, отойдите. Отойдите от меня. Вы отойдите полтора метра. Да, вот, собственно говоря, подождали, пока все завершится, и подошли вот и решили задержать. Говорят, что он митинг. Оказывается, он был организатором. Общественный контроль. Было предупреждено, было заявление от председателя народного контроля по поводу того, что здесь будет собираться. Снимайте на видео еще тоже кто-нибудь, чтобы там провокации не было, то сейчас бросится еще на машину. Снимайте. Я вас прошу предотвратить это незаконное действие. Капитан полиции, начальник отдела охраны общественного порядка, вам нужно проехать с нами, вы задержаны за организацию митинга. Представьте, если удостоверение, хоть покажите свое. Офигеть. Вы что с ним делаете? Офигеть, ну и жесть. Посмотрите, на основании чего вы? На основании чего вы задерживаете? На основании чего? Кому не мешать? Это вы не мешаете. Вот не это мешать. Позорище. Вот это позорище. Охренеть. Вот это позорище. Это беспредел потому. Да. Вот отрезал. Колбаску хорошо отрезал, вот и работал здесь приели. Что у нас будет? Ох, товарищ полковник. Да я снял, да. Раз вы тоже записываете на видео, сейчас и кого угодно могут задержать. Мы слышали призыв к Богу и к Божьей Матери призывали. Давай вводить на окошко. Большой, мы слышали, все. Вот он, вот он. Капитан, вы что у вас задний... Что? Когда в задний включаете, говорите. Эти сущи покажу. Гражданин, мы вам еще раз разъясняем. Вы нарушили ПДД РФ, Кодекс административных правонарушений, указ губернатора. Выйдите из машины. Указ губернатора какой? Да сюда нельзя проезжать. Вы знак видели? Сюда нельзя заезжать. Да почему в полиции? Да вы нарушили, вы документы не дать. Вам нельзя здесь стоять. Охренеть. Опять толкают. Куда вы меня толкаете опять?
А мы вот на церковь молились, просили помощи Божьей. Не мешайте детям, которые... Вы слышите меня, пожалуйста? Вы меня знаете, что я небезопасна? За что? Водите. Вы водите. За призыв помощи у нас сейчас вера существует. Не то, что раньше. Я не... Богу обращаюсь. Вы меня вообще не слышите? Я попросил вас отойти на безопасное. Вы слышите меня? Вы водитель. У вас есть обязанность, как у водителя. Я... Вы здесь проехали сюда, нарушили требования дорожного знака. Вы там как вообще себя чувствуете? Да. Перед вами сотрудник полиции, госавтоинспекции. Он здесь и стоял, он никуда не ездил. Не мешайте действиям сотрудников. Отойдите на безопасное состояние, пожалуйста. Да это не имеет значения никакого. Вы как водитель выполняете свои обязанности. Ребят, у вас планируют на акцию, вы ждали. А какие обязанности он должен быть? А вы кто? Я человек. Человек. Не мешайте работать. Я не мешаю, я спросил. Вы правила дорожного движения знаете. А вы кто вообще здесь стоите? Вот тоже гражданки. Да. Вы кто? Вы тоже органы, представители органов? Вы меня снимаете? Я спрашиваю. Вы меня снимаете. Я спрашиваю. Я спрашиваю, вы меня снимаете. Я спрашиваю, кто вы здесь? Вы раздаете распоряжение. Я журналист. Да, журналист. Да. Я вам запрещаю использовать мои известные, мои изображения. Вообще, я говорю, СМИ. Вы слышите меня? Нет. Да просто пришли, вот после как все разошлись, подошли, сказали, мы тебя задерживаем. А за что? Как он организатор, оказывается, он организатор какого-то несанкционированного мероприятия. Он на вас кидался. Мы сейчас пригласим двух понятых и будем скрывать ваш автомобиль. За что? Выйдите. Вы должны исполнять. Вы законные требования сотрудников полиции не выполнять. Я вам еще раз говорю, вы обязаны, как водитель, передать, по моему требованию, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации. Если сейчас вы нарушили ПДД, правила дорожного движения, как водитель, вы слышите меня? Я вам говорю, что вы нарушили. Вы совершили административное нарушение. Если сейчас вы понятых, вы слушаете меня, водитель, я буду вынужден применить физическую силу. Я разобью окно. Это за что вы разобьете окно? А мы тут тоже стоим, физическая сила. Сзади вас. Сейчас все снимается. Хватит уже издеваться над человеком. Это отошло. Вы что? Вы сами отойдите на полтора метра. Что вы подошли? Вы отойдите на полтора метра. Наши деньги. Чему мешает? Какая деятельность? Что вы хотите от него? Давайте документы ваши. Какая деятельность? Извините. За что? За что? Что он сделал? Он вокруг запретил. Он совершил. Просто обожгу. Это не важно. Нет, это люди, народ. Братья и сестры. Мы православные, братья и сестры. Все тут. Основание какое? Да, где документы? Да они, наверное, слуги дьявола. Какие они православные. Сегодня праздник великий, а что творите? Вот не боятся Божьего наказания, а? Слуги антихриста. Что происходите? Кто ваши родители, кто ваши отцы, кто ваши матери? Да. Вы наши братья. А дети у них есть? Вы меня слышите? Вы наши братья, вы наши сестры. Вы что делаете? Отпустите человека. Эта земля вас породила. Вы что делаете? Зеленый свет дайте. Ребят, ну давайте, правда, по-доброму. Дайте зеленый свет. Ничего он противозаконного не делал. На самом деле, законы по конституции. Человек должен поговорил с людьми, да, и должен приехать. Ну не надо вот этот вид делать, чтобы не слышать. Изо всех цифр сделают и будем. Никакого он не нашел. Послушайте, братья, что вы делаете? Пускай едет, куда хочет. Меня слышите? Душа ваша слышит, да? Ну, братья, наши родители, вы согласны? Иначе нас захватят. Телефон кого-то отобрали. За деньги, за зарплату, за пыль. Вы мой брат.
Нас так захватят. А, это вот те вот там среди людей, и вы тоже, да? Вот те вот среди людей всех, а потом пошли, всех заложили, да? Все, в хорошей одежде, смотрите, в ботинках, все, как бы это не... Много зарабатывает. Много зарабатывает. Про нарушение. Если будет мне мешать, будет тоже задержан. Согласен со мной? Так, дорожные видели. Нельзя сюда заезжать. Правонарушение. Пришлите ему штраф. Ну, конечно, напишем. Ну, пусть документы дают. Фотографируйте номер, пришлите штраф ему. Нет, так нельзя, это неправильно. Как это нельзя? Как это нельзя? Он никуда не ехал. Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста. Да не подходите вы, держите дистанцию, товарищ полицейский. Вы нас вынуждаете применять физическую силу. Да пусть приедет, что вы применяете. Вот именно, с целью защиты. Блокируйте, зачем вы об этом не проходите, что вы потом, что ли, не заберете по закону. По не мешайте, пожалуйста, да, встаньте сзади. Почему вы сейчас хотите его задержать? Что он вам сделал, что он вам 10 секунд не стоит? Так, снимайте, снимайте на видео. Все понятно. Отойди ты от меня, господи. Ты сейчас заболеешь уже. В эту маску у тебя уже вся, блядь, в поту. Да я вас не трогаю. Вот человек меня трогает. Полиция, тут ко мне пристает какой-то человек постоянно. Уберите этого человека. Я абсолютно не ругаюсь. Мы записываем все. Я вас предупреждаю. Вот он, человек, который ко мне пристает. Я прошу вас. Да я не мешаю никому. Я к вам не подходил. Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка. Не бреньте, Владимир Ильич. Вас официально предупреждаю. В случае, если вы будете мешать, да действия, не трогайте, не подходите вы ко мне так близко. Сотрудников полиции, и вы не толкайте будете меня. Покажите удостоверение. Административной ответственности по статье 19.3. Так, я не вижу, не вижу, не вижу я. До полного удостоверения. Я вам покажу. До полного удостоверения. Я не вижу. Я вам говорю, куда вы мне? Я не видел. Я вам покажите удостоверение. Я вас предупреждаю. Я вам еще раз говорю, я не видел удостоверение. Я вас предупреждаю. У вас в действиях состав административного правонарушения. Какой состав? Образован. Вы мешаете действиям сотрудников полиции. Это вы ко мне полиции. Подходите. Я вас вообще не трогаю. Вы мешаете действиям сотрудников. Я вас не трогаю. У вас уже маска запотела. Снимите. Вы сейчас заболеете. Здесь. Да не трогайте меня. Я журналист. Прощаю свою профессиональную должность, обязанности. Вы в законе, я в законе, я свист. Да, я могу вас привлечь за то, что вы меня отвлекаете от работы. Благословен плод чрева твоего, якось родила и все души наши. Богородица, дева, радуйся, благодатную Мария Господь со мною. Благословен ты, жив, и благословен плод чрева твоего. Культурный человек приехал на автомобиль, поучаствовал в небольшом митинге, высказал Скажите, вы вакцинацию принудительную поддерживаете, нет? И QR-коды. Никому не нравится. Только люди боятся иногда поменять работу. Вы в маске, потому что что, боитесь заболеть? Для чего вы ее одеваете? У вас уже сейчас заболевание какое-нибудь начнется, если вы будете ее носить больше 2 часов. Я говорю, ты заболеешь, сними эту маску, господи. У тебя, ты смотри, сколько там бактерий, у тебя уже на все вспотело. Ты понимаешь, что у тебя заболеешь только от этой маски. Еще и замерзнешь, без шапки стоишь, хоть бы шапку одел. Блядь. Кто тебя лечить будет? Хорошо, что лечит.
родня потом будет страдать. Мы все братья. Все. Гражданин, почему мы не даем? Открываемся. Не будьте фашисты. Вы нас кровь. Справа, 1-3, ПДД. 1-3. Я вас не трогаю. Я вас не трогаю. Не подходите, не мешайте мне работать. Я не осуществляю вашу, это, не ограничу вас в работе. Вот. Вы что? Только стойте, на отвлекаете меня постоянно. Ко мне вот этот человек, я вам говорю, пристает, меня бьет и толкает. Вы не мешайте работе сотрудников органов внутренних дел. Мне мешают тоже работать. Снимайте, но не надо мешать. Да я абсолютно вас не трогаю, к вам не обращаюсь. Я только фиксирую, я фиксирую. Стойте и фиксируйте, я вам обозначил. Нету там таких требований. Как водитель, вы в первую очередь водитель, вы обязаны выполнять требования правил дорожного движения. Пункт правил 2.1.1. Причем здесь помог? Причем здесь кто-то кому-то помог? Вы нарушили, это нарушение зафиксировано. Вы документы передать, я вам составлю, мне документ. Да не придет штраф здесь, не фото, фиксация. Здесь визуально установленный факт нарушения. Вот мой, вы должны выполнить правила дорожного движения. Да Господи Иисус. А ко мне зачем вы приближаетесь? Да не приближайтесь. Вы в маске, вам вы привитый. Вот вы почему? Что вам бояться? Не надо ты. Вы меня назвали сейчас обезьяной? Вы назвали меня сейчас обезьяной или что? Как? Что, как? Как? Это раз, две, три, как обезьяны? Вы общаетесь. Ну, посмотри, что вы делали. Я застрял на видео. Ну, чуть-чуть подальше. Если вы сейчас не выполните наш закон требований, мы вам разобьем стекло. И отпрямим физические силы. Не тебе, вам. Я с вами на выше, правильно? Вам хочется? Вам. Мне не хочется. Это будет мои должностные обязанности. Отойдите, пожалуйста. Я вообще не подхожу, я стою на месте. Вдруг вы болеете, отойдите. Ничего, это вы ко мне подходите постоянно. Ко мне не подходите, вы 1.5 метра. Отойдите все вообще. Маски везде сосчитал. Отойдите, не надевайте маски. Снимайте еще кто-нибудь на видео, снимайте. Он боится. Без вот этого чего? Цирк? То здесь вы считаете, что это цирк, да? Наши требования законные тоже цирк. Почему вы так не ловите? Наши законные требования это цирк для вас? Да, преступников. Это цирк или нет? Вы как? При чем тут исламисты, ИГИЛсы? Вы о чем? Мы сейчас конкретно с вами разговариваем. Я разговариваю с вами. Я с вами разговариваю. О совершении вами административных правонарушений. А вы уголовно ответственны, понимаете? Я еще раз говорю. Майор, товарищ, выйдите из автомата. Не тыкайте мне. Мы с вами общаемся вежливо и корректно. Я еще раз. Я никак не трогаю. Я еще раз это. Поэтому выполните законные требования сотрудника полиции. Вы в очередной раз отказываетесь. Мы вам предлагаем исполнить ваши обязанности. Она останавливает. Задержите машину свободно. Зеленый свет, дайте. Не надо ложиться. Господи, капитан, я сомали, ну ты... Не надо. Ну вы за людей или против людей? Объясните. Я видите, люди пришли. Какой закон? Понимаете, в фашистском государстве по закону сжигали русских людей в печах. Не надо. Не трогайте меня, я сомаляю. Не надо ему психику портить. Ему еще жить надо и жить. Парень добрый, хороший. Будьте доброжелательны к людям, а не агрессивными. Снимайте на видео еще кто-нибудь, снимайте. Народа. Смотрите на них. Слуги народа.
пожалуйста. Не мешайте, пожалуйста. Господи, капитан, я никому не мешаю. Не трогайте меня. Вы не ограничиваете меня в правах. Я как СМИ, я имею право освещать события на улице. Я имею право на свободный человек в свободной стране. Не трогайте меня, капитан. Вы мне сейчас будете толкать, я сейчас упаду. Еще раз я вам говорю. Я спрошу чуть-чуть, встаньте туда, но нельзя. Да где нельзя? Кто сказал, что нельзя? Ограничьте тогда территорию, сделайте это официально. Не трогайте частной собственности. Кто этот человек? Возьмите, вот этот человек, оштрафуйте. Вот ко нему лезет. Ты что снимаешь? Имею право. Стоит. Какие проблемы? Какие проблемы? Какие проблемы? У нас демократия. Прессу вы все защемляете, права. Вы кому служите? Кому служите? Капитан. Вы слышите, что я вам говорю? Охренеть, собрались. Посмотрите, что происходит. Лейтенанты, капитаны, что здесь происходит? Вы видите, что делать? Да что на меня залазит? С вами нормально разговаривать. У вас просто маску уже, вы сейчас заболеете. Посмотрите на свою маску. Вы за меня. Да и вы видите, что они меня вынуждают. За меня. Вот, вы же видите, вы что запрещаете. Работают сотрудники. Полиции. Я сам здесь работаю. Охренеть, вообще, блин. Так, полковник. Не мешайте, пожалуйста. Да не трогайте, я вас не трогаю. Господи, чего вы ко мне... Отойдите от машины. Блядь, вообще дурдом, блядь. Охренеть. Вот, здесь, да, да. Угу. О, да, капитан, ну зарабатываешь ты надо много. Да. Встаньте, не мешайте. Записывайте, записывайте на видео еще. Не мешайте, действия. Сотрудников полиции. Вы СМИ запрещаете. Я не запрещаю. Именно. Прошу вас отойти на безопасное. Вы я мешаете сотрудникам СМИ. На безопасное расстояние. О. Я вас еще раз предупреждаю. Вы не трогайте слезьте, меня. Я вас еще раз говорю, не трогайте я меня. Я опасаюсь за вашу безопасность. Не надо с парапета. Капитан, опасайтесь за свою безопасность. Слезьте. У вас маска слезьте уже прогнила. Парапета, слезьте. У вас сейчас вы сейчас заболеете пневмонией. Господи, вы капитан. Упадете, вы упадете, я капитан, переживаю я за вас умоляю, за не трогайте меня, отойдите. Отойдите парапета, видите, вы народ вас меня? Здесь православный просит, о. Отойдите. Хватит слезьте служить фашистам. Капитан, ну ты как человек, ты вообще ты понимаешь о. Что-нибудь не или нет? Мне. Так я и могу вас уважать, блин, потому что вы делаете все против народа. Как я могу вас уважать? Не слезьте с парапета, вот здесь, стойте. Снимать не нужно, потому что там персональные данные мои. Нету там никаких персональных данных. Отойдите, не мешайте, действуйте. Вы положили в карман. Что там? Конечно. Вы будете изучать, что здесь написано? Я еще раз вам говорю, снимать не разрешаю. Да мне все равно, с кем вы друг. Вы как водитель выполните обязанность. Я еще раз говорю, на видео я его не обязан показывать. Как не обязан? Нет ограничений. Вы визуально читайте, смотрите. Все сотрудники показывают. Майор показал, а вы не показали на видео. Чего вы боитесь-то? Там нет личных данных. Там нет личных данных. Они имеют право на вас записывать на видео. Посмотрели? Нет, подождите, Никита, а кто вы? А до какого вы меня? Никита, они в твоих документах что-то вытащили, положили в карман. Я уже и так от вас отошел. Не трогайте, никуда. Я отсюда не сдвинусь. Еще раз вам говорю. Будете, хотите меня ломать, ломайте. Я отсюда не сдвинусь. Товарищ водитель, вам разъяснить, послушайте меня, вы нарушили правила дорожного движения, вы согласны правилам дорожного движения. Снимайте на видео, снимайте. Еще раз говорю, документы, документы ваши, водительские удостоверения, свидетельства, я их не буду, они не изымаются, они будут вам, после составления административного материала, они будут вам возвращены. После составления административного материала. Еще раз говорю, будете документ передавать, сейчас не передаете, что? Будет применена физическая сила. Стекло будет рать, вы будете... Право,
называется? Передаете или нет? Общаюсь. Это нарушение вообще. Я нормально. Все, человек отказывается. Неоднократно просил. Ты не будешь меня русского человека. Нарушение. Ну, что, здесь русский? Ты не прав. Вы не правы. Подождите. Что, документы вы не предъявили? Показал вам вот так документы. Не трогай. Полиция! Полиция! Ты не нападаешь! Нападаю! Будут писать заявление. Нападаю! Будут писать заявление. Лезь, что делаешь? Нападай! Парни, не надо, не надо. Лезь, ты человек! Бросьте человека, брось! Не дышать! Я выйду сам! Уходи! Уходите, парни! Уходите из автомобиля! Лезь, что творят! Что вы делаете? Что вы делаете? Это правильно! Что вы делаете? Что вы делаете? Бросьте! Бросьте, сядьте! У вас совесть есть? Скоты! Что вы делаете? Позор! 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 Да что ж вы делаете? Не мешайте действиям сотрудников, не мешайте действиям. Действуем, отойдите на безопасное расстояние. Не показал. Кошмар, а? Какой ужас. Ты жесть. Вот все, вообще, правда. Да я встану, сам. Вы что делаете? Машину дайте, закрыть мою. Просто жесть. Друзья, распространяйте. Все фамилии нужно записывать. А потом машину мисс. Никит, за что тебя задержали? Что скажи. Я не знаю. Вообще, за то, что я выступил против коркадов на этом. Что сказали, что предъявляют? Да хотя. Подожди, вы что мне так сильно? Я сам сейчас спокойно. Вы зачем это сделали, ребят? Я быстро присаживайтесь. У меня сумка с документами, ключи. Я могу забрать, вы мне передайте. Вы мои документы. У меня машина открыта, у меня сигнализации нет. Да не мешайте, блядь. Ребят, вот я без наручников, я никуда не еду. Документы возьмите. Можно забрать документы мои? Вы что делаете? Документы пускай возьмет человек. Не толкайте меня! Охренеть, вообще нападают! Вы понимаете, что вы стоите в законе? Капитан, ты что нападаешь? Ну, ребята, ну вы же русские такие, как и мы. Что вы делаете, а? Что вы делаете, ребят? Не служите фашистам! Не служите! Нас всех вас все равно потом так же уничтожат! Твои руки, что вы делаете? Отдел полиции номер 6 его сейчас повезут. Сейчас защитник приедет! Подождите, машина, Никита. Машина отъезжает. Не, нет, не надо мешать. Документы где есть его? Сотрудник полиции. Забрали или нет? Машина у него открыта. Не знаю. Да. Вы же, в конце концов, такие же русские, как и мы. Это жесть. Это жесть. Просто жесть. Поехали, блядь. Этот, блядь, вот он. Глянь, что делает, блядь. Куда он? По тротуару едет, не пристегнутый, блядь. Вообще, блядь, жесть, блядь. Представьтесь, пожалуйста. Зачем вы под колеса? Отойдите, отойди от меня! Отойдите, не, под колеса не бросайтесь. Уберись от отойдите, меня. Отойдите! Полиция! Меня. Полиция! Нападают! На вас никто не нападает. Вы еще... Подождите, представьтесь. Вы не мешайте сотруднику представьтесь. Полиции. Мешайте. Представьте. Подожди, да, я слушаю. Как вас зовут? Уйдите от автомобиля. Назовитесь, я хочу на вас отдать протокол. Как вас зовут? Блин, пиздец. Полиция, остановите человека, блядь. Стой, капитан, я с тобой не закончу разговаривать. Стой. Назовитесь, как вас зовут? Вы что, под машину? Вы я никуда не бегаю. Как вас зовут? Отойдите от автомобиля. Нет, назовите свое имя, фамилию, отчество. Представьте, фраворщик. Не трогайте меня! Охренеть. Кто вы такие? Позорище, блядь. Охренеть, что вы делаете?
Я пресса! Да что вы делаете, господи? Не молчите. Отступать некуда. Позади дети.